10. Лепешка из кукурузной муки. Качапа. Предмет национальной гордости венесуэльцев. Качапу можно съесть где угодно. Но я выбрал, естественно, площадь Боливара. Это, видимо, самое главное качапочное в этих краях. Ну, раз она находится на площади Боливара. Добрый день. Что желаете? Есть ли качапа? Да, сеньор. Все, что нужно для качапы, сыр и кукуруза. Зерна кукурузы перемалываются, и из получившейся массы печется блин. Удивительно, но ни яиц, ни молока в это тесто не добавляют. На раскаленной плите кукурузное тесто волшебным образом превращается в блинчик. Это и есть качапа? Она самая. Обалдеть! Это очень вкусно. Чуть-чуть солоноватый сыр, чуть-чуть. Очень нежный. И чуть-чуть сладковатый блин. Потрясающе! Завидуйте мне!